Делаем 3 ряда по 8 зеленых модулей. Делаем еще 2 ряда по 8 зеленых. Два модуля одеваем на один кармашек, один как обычно, повторяем так 4 раза. Делаем ряд из 12 зеленых. Затем одеваем один бежевый короткой стороной модуля наружу и 11 зеленых одеваем, как обычно, длинной стороной наружу. Далее 2 бежевых короткой стороной наружу и 10 зеленых длинной стороной наружу. Затем 3 бежевых короткой стороной наружу. И 9 зеленых длинной стороной наружу. Далее делаем 2 ряда из бежевых короткой стороной наружу. Делаем купальник, целый ряд из зеленых. Далее делаем 2 ряда из бежевых короткой стороной наружу. По центру живота надеваем друг на дружку бежевый, розовый, бежевый.
по бокам одеваем по 2 бежевых. И делаем волосы из 7 оранжевых. Далее 4 бежевых и 8 оранжевых. Пять бежевых и 7 оранжевых. Два бежевых. По одному синему и 8 оранжевых. Пять бежевых и 7 оранжевых. Далее делаем ряд из 8 модулей, которые одеваем на 3 уголка. Делаем хвост-плавник. 1, 2, 3. Четыре зеленых. Два. Два. Один. Один модуль. И точно так же с другой стороны хвоста. Два. Два. Один. Один. Делаем руки по 3 бежевых.
Приклеиваем хвост и вставляем ручки. Вставляем по одному оранжевому модулю, доделываем волосы. Вырезаем звездочку, украшение для волос, и приклеиваем ее. Все, русалка из модулей готова. Подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы первыми узнавать о новых мастер-классах. Какой мастер-класс вы хотите увидеть раньше? Военный грузовик или волнистый попугай? Ответ оставляйте в комментариях под этим видео на нашем YouTube-канале.